уважаемые коллеги! Гарант вот-вот прибудет на совещание, поэтому прошу всех разобрать дежурные индивидуальные аптечки. Сердечные капли, пластырь, йод и вазелин. Что, опять перетрах? И за что на этот раз? А ему разве нужен повод? Крышу же ворши, за которую Кобякова сняли, так и не положили, а он же точно вспомнит. А может, не вспомнит? И не мечтайте, обязательно вспомнит. Рекомендую усё валить на пиндосову. А поможет? Сейчас увидим. Внимание, приготовились. Товарищи министры, что вы здесь мнётесь, как гимназистки? Хочу вас разочаровать. Сегодня перетраха не будет. Ура! Рано радуетесь. Теперь я вас буду просто пороть. Так, Румас, ты первый. Спущай портки и заходи. А что, у нас изменилась концепция госуправления? Сейчас увидишь. Выражая мнение абсолютно всех белорусов, Гарант высказался против закона о противодействии домашнему насилию. Где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это модная сейчас формулировка. Мы будем исходить исключительно из наших, белорусских, славянских традиций. И исходя из нашего жизненного опыта, если надо за ухо взять и в угол поставить, ставьте. Аккуратно только, с мозгами. И хороший ремень иногда тоже полезно. Понял, Румас? Битие определяет сознание. Причем высокое и гражданское. А может, это не наш метод? Может, все-таки не надо бить? Бить или не бить – не в том вопрос. Как эффективней, как жесточайше – клюшкой или ремнем. Или дать себе полет воображения и долбануть ногою промеж глаз, как я того механизатора в совхозе. По морде, чтобы больше не бухал и не срывал упорочной кампании. А я ведь знал его. Он был механизатор. Я тоже знал его. О, бедный Толик. Владимир Владимирович, шухер! Шухер? Странно, я не давал такого распоряжения. Так это пенсионеры! Бузят несанкционированно и нервы мне портят. Я им говорю, держитесь, а они возмущаются, что на их мизерную пенсию якобы прожить невозможно. А ты что, не знаешь, что делать? Вызываешь Золотова. Пусть он этих престарелых бузатеров пакует и прямехонько отправляет в Саратов на переподготовку. А почему именно в Саратов? Ты, Димон, телевизор смотришь? Там же в Саратове объявилась диетолог-самородок. Можно сказать, кулинар от Бога. Вот, смотри. Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова на вопрос депутата Саратовской думы, сможет ли она прожить на прожиточный минимум, ответила: «Прожить на прожиточный минимум? Боюсь, что статус министра мне этого не позволит. Но желающим я могу составить меню, и вы поймете, что жить можно. Макарошки всегда стоят одинаково. Но прожиточный минимум, он на то и минимум, чтобы поститься. 40 дней поста, и все становятся здоровее и моложе». Понял, Димон? Если внедрить этот чудо-рацион в масштабах всей России, то все пенсионеры станут моложе. А это что значит? Что? А то, что через пару лет им снова можно будет поднять пенсионный возраст. Тут пенсионеры начали бузить. Якобы на пенсию им нельзя прожить. Видно, эти граждане сильно зажрались. Пищи диетической просто завались. Чтобы на прожиточный минимум поесть, кулинар в Саратове, к счастью, где-то есть. Он пенсионеров всех может накормить. Минимум прожиточный можно сократить. Чтоб пенсионеров всех нам омолодить, пенсионный возраст бы взять и отменить. Чтоб народ российский к своему труду выходил на пенсию в каком году? В
Вам же русским языком сказано. Денег нет, но вы держитесь и не съезжайте с сатисфакцией. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои» после драки с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева. Спортсмены якобы избили чиновников в одном из кафе. Внимательно смотри, Шуневич. Изучай, как надо чиновников стульями воспитывать. Будем популяризировать. Ты сначала на румысе потренируйся. Почему на мне? Чуть что, сразу румыс. Других министров, что ли, нет? Ты хотел быть главным? Вот и терпи. Ну ладно, бейте. Только хоть скажите, за что? Вопрос неправильный. Тебя будут бить не за что, а зачем? И зачем? Чтоб отвлечь внимание от других проблем. Мордобой и насилие – это самый популярный на такие случаи метод. С огромным энтузиазмом общество встретило оценку, которую гарант дал новому законопроекту о борьбе с домашним насилием. Борьба с домашним насилием – это дурь, взятая с Запада. Там, на Западе, скоро семей не будет. У них мужик на мужике женится или замуж выходит. Вы это знаете. Детей некому рожать. Так что народ пусть не волнуется. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций. И в рамках опоры на эти традиции уже подписан декрет о переходе к социально-рыночному домострою, в основе которого лежит принцип «бити нещадно». Битие граждан – дело богоугодное, понеже позволяет повысить градус доверия в обществе к государственным органам. Батюшки! Товарищ Кобяков! Что это вы тут разлетались? А что тут удивительного? Я ж закончил авиационный институт! Стоп, стоп, стоп! Вы куда? Как это куда? В министерство? Оторвались вы от жизни! Летаете в облаках! У нас насчет посетителей теперь жесткие правила! Вот послушайте, что на этот счет говорит домострой! При входе в помещение рекомендуется снять шапку, нос высморкать, грязные ноги вытереть, помолиться и постучаться. Так что, товарищ Кобяков, для начала высморкайтесь. И потом, зачем вам в министерство? Вас же уволили с поста премьера за пьянство ваших министров. Вы ж теперь не удел! Ошибаетесь. Наоборот, сейчас передо мной открываются новые перспективы. Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прошел оценку соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации специальной комиссии Нацбанка. После получения оценки соответствия Андрей Кобяков может занимать должности руководителя или заместителя руководителя банка. Слышали? Возможно, не сегодня-завтра гарант доверит мне Нацбанком руководить. Так у вас же нет финансового образования! Зато есть авиационное, и его вполне хватит, чтобы пролететь с любыми финансами. Весь совмин – перелетные птицы, и поэтому быт наш хорош. Не успеешь поста ты лишиться, как на новую должность идешь. И поскольку я учился на пилота, мне Нацбанк, родимый дом, первым делом порулить мне там охота. Ну а знания? А знания потом. Идиоты, лодыры, бездельники. Особенно ты, Румас. Ты своим руководством только и делаешь, что обваливаешь рейтинг доверия к правительству. Один только Шуневич пашет, как автозак. Рейтинг этот нам всем поднимает. Служу гаранту. Что? Шуневич? Рейтинг доверия? Ну как? А вот так. Смотрите и учитесь.
Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что граждане Беларуси стали больше доверять милиции. Рейтинг милиции – это рейтинг доверия власти. Сейчас остается все меньше людей, которые не доверяют полностью милиции. У людей становится меньше поводов к нам обращаться. Мы все более незаметно делаем очень заметную работу. Вот-вот! Расскажи им, Шуневич, как это тебе незаметно удается повысить рейтинг доверия населения к милиции? Очень просто, товарищ Гарант. Мы всех сомневающихся вызываем в милицию и прямо под протоколом спрашиваем. А скажи, пожалуйста, драгоценный ты наш, ты милиции доверяешь? Тут же процент доверия заметно повышается. А если говорят, что не доверяют? Ну а к особо недоверчивым приходится применять меры убеждения. Но и в этом случае наша работа остается незаметной, потому что бьем не по лицу, а по почкам. Венчается на царство раб Божий. Слушайте, товарищ полковник, ну сколько можно? Запомните, я не раб Божий, а раб на галерах. Уже ж в 10-й раз репетируем мою коронацию. Этот текст уже пора выучить, как отче наш. А может, обойдемся без коронации, Владимир Владимирович? Просто разошлем сообщение для прессы, устроим концерт, пригласим Стаса Михайлова, Любе. Они споют хором вашу любимую «Батяня комбат», Газманов позвонит в колокола. Розенбаум устроит гоп-стоп. Все будет как у людей. Даже лучше, чем у Николая II. Нельзя, Димон. Коронация же в тексте моей новой конституции будет прописана. Надо уважать основной закон. Кстати, про текст, Владимир Владимирович. Я его тут просмотрел. Есть один противоречивый момент. У вас в царском титуле написано «Царь Великий, Малая и Белая России». А также кооператива «Озеро, всея председатель». И что не так? Так «Белая Россия» — это вроде как Белоруссия. А там Шура пока еще «всея». Как бы не взбрыкнул наш любимый славянский брат. И что, он опять надуется и уйдет в землянку? Владимир Владимирович, землянка у Шуры – это уже вчерашний день. У него теперь новая стратегия. Во время посещения армейского полигона на Брещине Гарант выступил с грозным предупреждением в адрес всех наших недругов. Как я не в шутку говорил, у нас достаточно стрелкового оружия. Автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним. Не дай бог война, мы раздадим их в каждую семью. Старые и даже женщины, 7 миллионов человек. 7 миллионов получат оружие, чтобы они могли защищаться. Среди полей и огородов лежат и ждут свой звездный час 7 миллионов пулеметов, наш стратегический запас. Донбасс и Крым побило градом, но наш колхоз непобедим. Ни Могилев, ни Гомель гадам мы просто так не отдадим. Тебе твердим, товарищ Путин! Вот только сунь сюда свой хер! Все пулеметы нашей груди на твой обрушим Искандер! 7 миллионов – фактор грозный. Без них мы муть, а с ними рать. Но если дашь кредит серьезный, мы можем в бульбу их сховать. Товарищи, не напирайте! Проходная не резиновая! Вас много, а я одна! А правду говорят, что танки дают только членам профсоюза! А у нас на работе говорят, что танки и БМП только тем, кто сдал 25 килограмм картона. Мужчина в шляпе! Не создавайте панику! Соблюдайте порядок! И запомните, не больше одного пулемета в одни руки! Ты куда это, мужик, лезешь? Тебя тут не стояло! Мне можно без очереди, я инвалид! Какой еще инвалид? По зрению. Покажи справку. И зачем тебе оружие, инвалид по зрению? Ты ж промажешь. Не сомневайся, подруга, еще как попаду. Граждане, за 24 года уже накипело. Ишь, какой выискался. У всех накипело. Потому и стоим здесь с ночи. Успокойся.
успокойтесь, мужики, уже недолго осталось. Ну, пускай только раздадут. Правильно, пускай только раздадут. А там хоть землянка, хоть бункер из-под земли достанем. Граждане, ну сколько можно ждать? У меня дети не кормлены, а мне еще в Дрозды и обратно. Вам сказано ждать, значит ждите. Думаете, у меня не накипело? И как ты это объяснишь, Румас? Товарищ Гарант, я тут ни при чем. А кто при чем? Почему народ растелепался? А я тебе скажу, Румас, потому что вы все расслабились до бешенства. Но ничего, ничего, я еще вас всех воспитаю. Я вам такое домашнее насилие устрою, что вы станете у меня дрессированными. Уважаемый публикум! Только сегодня и только для вас на нашем манеже проездом из Шклова прямо в Дрозды смертельный аттракцион. Слабонервных, беременных и несовершеннолетних прошу покинуть помещение. Встречайте! Гарант и его двуногие вертикальные питомцы! К страху я вертикаль приучал постепенно, угрожал их лишить мелочей бытовых. Вывожу на селектор я, как на арену, дрессированных этих министров своих. Эх! Министры у ног моих сели. Покорно в глаза мне глядят. Эх! И лица у них побледнели. Эх! И головы сейчас полетят. Сейчас полетят. Смотрите, дальше будет перетрах министров на трапеции. Без страховки? Так ведь дебилы, бля. Возражать нам Гарант не позволит ни словом. Только пикнешь, уволит в течение дня. Если будет министр плохо надрессирован, места нет в аппарате таким у меня. Эх! Министры у ног его сели. Ап! Стыдливо в глаза все глядят. Ап! И лица у нас побелели. Ап! И головы сейчас полетят. Сейчас полетят. Запоминай, Лавр, вот этот номер с трапецией нужно обязательно повторить с самим Шурой. Хоть грожу им лишением свободы нередко, жесточайший я этот не делаю шаг. Мы ведь в кресло потом возвратимся из клетки. Нет, пожалуй, устрою простой пиротрах. Эх! Министры у ног моих сели. Трусливо в глаза мне глядят. Ап! И лица у всех побледнели. Ап! А головы сейчас полетят. Ап! Министры у ног моих сели. Ап! Стыдливо в глаза мне глядят. Ап! И лица у них побелели. Ап! Гляди, и головы сейчас полетят. Сейчас полетят. А дрессированные уточки уже были? А что, зброю уже раздавали? Як же, раздали! Черговая обяцанка-цацанка! Дочакаешься от нашего гаранта! Ты еще про по 500 узгадай! А у вас откуль автомат? Это, пацан, моя спадщина!
от прапрапрадіда засталася. Яще з 1863 года. А для мене у вашій спадщині нічого не засталося. Ходи сюди. Спокойно, пацан, не переймайся. Я дам тобі парабеллум.